Вероника, скажи, что тебе больше всего запомнилось в книге? Если честно, мне очень понравилась структура книги, что разделены на три разных типа женщин. И образ собирательных нет такого, что вот конкретно об этой женщине. То есть истории, которые лежат в основе книги, да, не настоящие, полные, но в каждой истории можно найти что-то о себе. Поэтому вот еще что хочу сказать, что если в основе идет у нас три разных типа женщин, три разные истории, это не означает, что там всего их три. Там всегда в каждой истории рассказывается еще что-то параллельно как раз вот из этого. Вероника, какая она женщина 21 века? Я думаю, что в 21 веке женщина будет самостоятельной, достаточно, но при этом она не будет достигатором. Для того, чтобы достигнуть своих целей, она всегда будет использовать свою женскую, мягкую силу и сексуальность. Вероника, а как ты планируешь дальше развивать свою сексуальность? А я так буду продолжать заниматься своим женским здоровьем, заниматься женскими практиками, понимать сама, что хочу я, и это самое передавать своим партнерам.